Всем привет, я Алексей Макаренков, вы на канале 4Game, а говорить мы сегодня будем про майские игры. AAA-релизы из мая рассосались, но интересные проекты остались. И у них теперь больше шансов быть замеченными. Будем выживать на далеких планетах, жрать людей, изучать Трудоград, строить мосты и много чего еще. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего важного, и поехали разбираться с релизами мая. Стартует май с Population Zero, научно-фантастического симулятора выживания от московской студии Inplex Games. Выйдет игра 5 мая, но это будет не полноценный релиз, а ранний доступ. И продлится он как минимум 9 месяцев. Впрочем, авторы говорят, что выпустят не обрубок, а полноценный проект с полностью рабочими механиками. А ранний доступ скорее для того, чтобы посмотреть на реакцию игроков и дорабатывать проект, опираясь на их отзывы. Что такое Population Zero и с чем его едят? Играть мы будем за колонистов Земли, которые долетели до планеты Кеплер и умудрились потерять свой корабль. Изучаем локации, собираем ресурсы, строим укрепления, сражаемся с местным зверьем и выполняем квесты. Но есть у игры и пара любопытных особенностей. Во-первых, сессия здесь длится всего 7 дней, после чего перезапускается. Неважно, успели вы пройти сюжет и отгрохать домик своей мечты или не успели. Мир в любом случае перезагрузится и придется все начинать с нуля. А вы взамен получите опыт, который поможет прокачать свой аккаунт. Каждый уровень аккаунта будет открывать новые возможности и доступ к дополнительным режимам. Отыграли вы, скажем, сессию в PvP-мире, получили опыт, качнули аккаунт, и теперь можете выбрать уже PvE-мир. Во-вторых, разработчики обещают не просто песочницу, а песочницу сюжетную. В игре будут и квесты, и NPC, и лор, и цельная история, и тайны, которые придется разгадывать. Причем сам сюжет не статичный, он тоже будет развиваться. Пока, правда, не ясно, как сильно будут различаться истории в разных сессиях. Может быть, в каждой из них будет прямо свой сюжет, а может быть, изменится всего пара-тройка квестов. Посмотрим. А еще Population Zero делает акцент на изучении мира. На Кеплере будет 7 совершенно разных биомов, то есть климатических зон. И саванны, и джунгли, и пустыни, и много чего еще. Все локации при этом сделаны вручную, этим разработчики очень гордятся. В общем, если суммировать, Population Zero — это сессионный survival с упором на сюжет и исследование мира. Посмотрим, насколько там все будет качественно и выстрелит ли проект. Поехали дальше. А дальше у нас еще один проект от отечественных разработчиков. Atom RPG Трудоград. Он тоже сперва появится в раннем доступе и только через полгода доберется до полноценного релиза. Главное, что нужно знать о Трудограде, это по сути самостоятельное дополнение для оригинальной Atom RPG. Если учесть, что оригинал претендовал прямо вот на лавры такого русского фуллаута, то продолжение вполне можно сравнивать как бы со вторым фуллаутом. То есть это игра на том же движке, но с новым сюжетом и докрученными механиками. История напрямую продолжает историю оригинала, так что если вы не играли в Atom RPG, то начать лучше с него, а уже потом переходить к продолжению. Так вы о мире игры больше узнаете и о своем герое, плюс сможете перенести сохранение. Но насильно запускать предыдущую часть, конечно, никто не заставляет. Можно начать и сразу с сиквела. Что еще стоит знать о Трудограде? Ну, например, то, что вся игра будет проходить в пределах одного города, вот того самого Трудограда. Сам город поделен на десятки районов, и в каждом обещают множество зданий, квестов и персонажей. И это хорошая новость, но есть и, скажем так, плохая. Как я уже говорил, Трудоград сперва появится в раннем доступе и будет очень-очень сильно обрезанным. Собственно, сами авторы говорят о том, что проект готов всего процентов на 30. Так что вот просто взять и пройти игру у вас не выйдет. Большинства локаций и квестов на старте просто не будет. Так что если вы ждете полноценный законченный продукт, то смысла брать Трудоград на старте, наверное, все-таки нет. А вот если вам понравилась прошлая часть и вы хотите поддержать отечественных разработчиков, то почему бы и нет? Такие дела. Следующая игра в нашем списке — тактическая стратегия UFO 2 Extraterrestrials Battle for Mercury. Что надо про нее знать? Первое, что название хрен выговоришь похлеще, чем Ori and the Will of the Wisps. Extraterrestrials. Второе, что проект весьма необычный. Это приквел к UFO Extraterrestrials, который является неофициальным продолжением самой первой XCOM UFO Defense. При этом вторую часть разрабатывают аж с 2009 года, и не факт, что она выйдет 20 мая. С тем же успехом релиз могут перенести на лето, осень, зиму или вообще лет на 10. Сперва игру хотели выпустить в 2011 году, затем в 2013, потом в 2014, 16, 18, 19 и вот теперь 20. Причем какой-либо информации авторы делятся ну очень скупо или не делятся вообще.
Собственно, из-за такого подхода к разработке что-то внятное рассказать про игру просто не получается. Каких-то свежих новостей о стратегии нет. Последнему геймплейному ролику на 1.5 минуты скоро исполнится 2 года. А скриншоты с сайта настолько древние, что еще релиз Skyrim помнит. Но все равно ждем. А сейчас небольшая рекламная интеграция от наших друзей из онлайн-школы XYZ. 1 октября у ребят стартует цикл «Стил», на котором обучают художников по персонажам для игр и анимационного кино. Вы изучите не просто, как сделать красивую картинку, а пройдете все основные этапы создания персонажа. От базовых форм до рига и анимации. Будете создавать скульпты в ZBrush, освоите различные виды текстурирования и конструирование скелета моделей. Отдельное внимание уделяется арт-составляющей, которая особенно важна именно для художников. Преподаватели курса — практикующие художники с большим опытом. Николай Цис сейчас работает в id Software. Он участвовал в создании Darksiders 3, работал в Mail.ru, RG Games, Geeks и Dagger Crown. Юрий Порубов работал на Dragon Age Inquisition, Ages of Mayhem, Overkill's The Walking Dead и Anthem. На каждом из этапов обучения вам нужно будет выполнять домашние задания, а преподаватели будут давать на него фидбэк и разбирать все ошибки и тонкие моменты. В общем, это не просто прослушивание онлайн-лекции, а именно обучение с обратной связью. Курс длится 5 месяцев, что важно. Цикл рассчитан на людей, которые уже имеют базовые знания в 3D-моделировании. Если у вас их нет, но вы хотите их получить, то в XYZ можно пройти бесплатный видеокурс по основам моделирования. Там вас как раз научат вещам, необходимым для прохождения цикла Steel. Без этого вы будете плавать и толком ничего не поймете. Учитывайте этот момент. Напоминаю, что стартует цикл 1 октября. Подробнее о курсе можно прочитать по ссылке в описании. При оплате до 28 мая действует скидка 30%. А по промокоду IGRASTORIES можно получить скидку еще 10%. То есть в сумме выйдет на 40% дешевле. Конец рекламной интеграции! 22 мая ждем выхода Sword Art Online Alicization Licorice, ролевой игры по вселенной Sword Art Online. Если вы вдруг впервые слышите об этой франшизе, то кратенько поясню. Sword Art Online — это серия японских романов о подростке по прозвищу Кирита, который путешествует по ММО-играм. Дело происходит в недалеком будущем, так что ММО-игры тут не простые, а с полным погружением. Ну то есть герой, по сути, живет в этих мирах и ощущает все, что с ним там происходит. Книги быстро набрали популярность и, что называется, завертелось. По ним стали рисовать мангу, снимать сериалы и полнометражное аниме. И, само собой, выпускать игры. Собственно, Alicization Licorice — это уже 6-я по счету крупная игра в серии. Сюжет у нее, само собой, стандартный. Кирита опять попадает в очередную ММО и должен теперь из нее как-то выбраться. И хотя сама Alicization Licorice одиночная, событие ее происходит как бы в онлайне. Так что и заниматься мы будем стандартными для ММО вещами. Например, прокачиваться, искать крутые шмотки и ходить в рейды на боссов. А еще разработчики прикрутили к игре микротранзакции и лутбоксы. Из лутбокса можно вытащить уникальные скины для оружия и брони, а покупать их придется за специальные билеты, которые выдаются за ежедневные квесты. А если испытывать удачу вы не хотите, то купить определенный облик можно будет за особую валюту, которая стоит реальных денег. На геймплей вся эта эпидерсия вроде бы как не влияет, но само по себе желание авторов добавить в одиночную игру микроплатежи выглядит, ну скажем так, странновато. 23 мая наконец-то выйдет Man Eater, эпический симулятор акулы-людоеда. Если быть точнее, то тупорылы или бычьи акулы. Я эту игру прям очень сильно жду и надеюсь, что авторы сделают прям все как надо. А шансы есть, потому что амбиции у разработчиков такие, не маленькие. Если вы за игрой не следите, то сейчас наверняка могли подумать: Лех, что ты вообще заливаешь, чего можно ждать от игры про акулу? На самом деле многого, потому что это не просто симулятор, в котором нужно плавать и что-то там жрать, а полноценная ролевая игра в открытом мире. Разработчики даже придумали юмористическое название для жанра — Shark PG, ну то есть акула RPG. Начинаем мы в Man Eater за детеныша акулы, а затем исследуем мир, охотимся, постепенно растем и открываем новые навыки, то есть прокачиваемся. И со временем превращаемся в такую матерую акулищу и начинаем жрать не мелких рыбешек, а уже людей. При этом мир игры будет меняться в зависимости от наших действий. Например, если сожрать много людей, то по морю начнут рыскать охотники в лодках с пулеметами. А под водой на наше появление могут отреагировать другие монстры, вроде мега-крокодила или кита-убийцы. Понимаете, да? Man Eater — это вот не просто плыви из точки А в точку Б и жри все, кто попадется. А самая настоящая песочница. Авторы прямо акцентируют внимание, что их проект — это как бы GTA про акул. И пока все выглядит плюс-минус похоже. Только вместо копов тут охотники и рыбаки, а вместо оружия — набор улучшений, вроде бронированного хвоста или возможности бить врагов электричеством.
В общем, если авторы нигде не напортачат, то это будет не только лучший аркадный симулятор акулы, но и, возможно, одна из самых забавных игр мая. Такие дела. В конце мая на ПК выйдет Greymoor — крупный аддон для The Elder Scrolls Online. Или не выйдет. Дело в том, что изначально релиз был запланирован на 18 мая. Однако из инфекции его отложили, как сказали сами разработчики, примерно на неделю. При этом точных сроков авторы не назвали. Так что мы ни разу не удивимся, если аддон в итоге плавно переползет на июнь. Но пока что рассчитываем где-то на 25 число. Со сроками разобрались, давайте теперь поговорим о самом Greymoor. Собственно, в рамках игры это довольно стандартное дополнение, такие выходят как минимум раз в год, и по структуре мало чем отличаются друг от друга. В них обязательно есть крупная локация, дополнительный класс или изменения уже существующего, а также особо сложные схватки с уникальными сверхсильными врагами. Ну и само собой по мелочи, новые рейды, оружие, броня и прочая петрушка. И вот все, что я только что описал, как раз и завезут в Greymoor. Новой локацией станет обширный кусок из северной провинции Skyrim. В интернете почему-то гуляет мнение, что авторы перенесут в игру все локации из одноименной игры 2011 года. Но это не совсем так, хотя потому, что Eastmark и Rift были в ТСО еще с самого ее запуска. А после выхода аддона появятся западные земли, но тоже не все, а лишь две провинции — Хьялмарк и Хафингар. Ну и еще знаменитая пещера Черный Предел. Нового класса в Greymoor не будет, зато переработают умения вампиров, а в качестве испытаний завезут сверхъестественные бури, которые превращают живых существ в монстров. И вот с этими бурями связана одна любопытная история. Если вы помните, в конце 2018 года Zenimax зарегистрировала торговую марку Redfall. И тогда многие решили, что это будущий заголовок для The Elder Scrolls 6. А само слово Redfall геймеры и журналисты связали с названием какой-нибудь внутриигровой эпидемии. Так вот, бури, с которыми придется сражаться в Greymoor, это вот как раз эпидемия чумы, которую на западный Скарим насылают некие таинственные силы. А сами бури, как видно из роликов, красные. Так что вполне возможно, что изначально заголовок Redfall был как-то связан именно с этим дополнением. А передумали авторы из-за судебных разбирательств с книжным издательством BookBreeze. Тогда оказалось, что существует цикл постапокалиптических романов писателя Джея Фалконера, который тоже назывался Redfall. Zenimax и BookBreeze в итоге пошли на мировую, но вот на каких условиях — неизвестно. Впрочем, это всего лишь мысли на тему. В конце года The Elder Scrolls Online получит еще два дополнения, продолжающие сюжет Greymoor, так что Redfall может оказаться названием одного из них. А может и не оказаться, но в любом случае этот заголовок еще всплывет. Хотя бы потому, что писатель Джей Фалконер в итоге переименовал свои книги, а это значит, что Zenimax не собирается отказываться от звучного названия. 26 мая выйдет Minecraft Dungeons — кооперативный диаблоид по вселенной Майнкрафта. Главное, что нужно знать об игре, это то, что в ней нет прокачки. Вместо этого роль вашего персонажа определяет экипировка. Надели броню, например, стали танком, взяли в руки лук, соответственно, превратились в лучника. В остальном же каких-то откровений от игры ждать не стоит. Наоборот, там все очень стандартно. Проходите подземелья, рубите монстров, собираете лут и вот так по кругу, пока не надоест. Но тут важно понимать, что авторы и не планировали создавать полноценную ролевую игру. Minecraft Dungeons задумывался как проект для Nintendo 3DS и должен был развлекать геймеров во время поездок. Собственно, вот таким он и остался, разве что выйдет все же не на 3DS, а на PC и консоли, в том числе на Switch. Еще одна майская игра, которая сразу же загремит в ранний доступ, это пошаговая стратегия Rising Lords. Суть у нее максимально простая. Вы должны отстроить свое королевство, победить врагов и сделать подданных счастливыми. В общем-то, как и в любой другой стратегии. Дьявол кроется в деталях. В Rising Lords придется не только копить ресурсы и набирать войска, но и заниматься кучей других вещей. Например, устанавливать налоги, платить зарплату и распускать о соседях всякие мерзкие слухи. А в бою еще и следить за моралью своих бойцов и применять специальные карты. Игра пробудет в раннем доступе минимум год, но вот это как раз неудивительно. Потому что разрабатывают проект всего два человека — братья Крис и Ману Фарнхольц. Для такой скромной команды выглядит проект очень даже неплохо, посмотрим, что из него в итоге получится. На этом игры с более-менее точной датой релиза заканчиваются, и пошли те проекты, которые вроде как должны выйти в мае. Например, еще одна пошаговая стратегия — Immortal Realms Vampire Wars. Авторы обещают выпустить ее весной, так что в теории релиз должен быть где-то в мае, но возможен и перенос на июнь.
Итак, о чем игра? Сами разработчики описывают ее как Total War с пошаговыми боями и про вампиров. Но на самом деле проект больше напоминает отечественную стратегию Эодор. Тут и деление мира на секторы, которые можно захватывать, и боевка, перекочевавшая из героев. Правда, есть два больших отличия. Первое заключается в том, что весь геймплей Mortal Realms завязан на картах, которые вы получаете и используете по ходу партии. А второе состоит в том, что ресурс в этой игре всего один, и это кровь. За нее и войска нанимаются, и карты используются, и города улучшаются. Всего в игре будет 3 фракции, и за каждую обещают полноценную сюжетную кампанию. И еще выглядит Immortal Realms весьма стильно и мрачно. Хотя, конечно, до второй Disciples атмосферочка не дотягивает. Еще одна игра, релиз которой все еще запланирован на весну, Orcs Must Die 3. И говорить про нее на самом деле нет никакого смысла, и не потому, что игра плохая или неинтересная, а потому, что выйдет она исключительно в Google Stadia. А этот стриминговый сервис в России не работает. Его, конечно, можно запустить через VPN, но вот официального запуска в нашей стране пока не было. Плюс, когда я немного его тестировал, пинг был не из лучших. Ну и в целом это значит, что орки в России официально не выйдут. Ну, по крайней мере, вот в ближайшем будущем. Кстати, если почитать интервью разработчиков, то складывается ощущение, что студия просто взяла предыдущую часть серии и увеличила их ровно в 10 раз. То есть, если раньше на один экран влезало до 100 орков, то теперь их будет 1000. А боевые машины будут убивать не по 5-6 врагов за раз, а сразу по 50-60. Причем прям сами авторы уверены, что вот увеличение масштабов — это вот именно то, чего ждали поклонники серии. Мне очень нравились предыдущие Маздаи, но не скажу, что я прям вот ждал такого увеличения масштаба. Раньше было иногда очень прикольно разбираться прям вот с некоторыми врагами индивидуально. Но, естественно, это не значит, что масштабирование прям плохо. Все зависит от реализации. Посмотрим, что получится. И еще одна игра, про которую обязательно надо сказать, это Poly Bridge 2. Это вот продолжение того самого симулятора, в котором можно было строить совершенно безумные мосты. Собственно, в сиквеле ничего и не поменялось. Добавили новые локации, механики и обновили физический движок, но суть, естественно, осталась прежней. Есть два берега, и вы должны переправить машину с одного на другой при помощи моста. А уж как его конструировать, дело ваше. Хоть гигантскую катапульту или какие-нибудь там замысловатые кольцевые трассы стройте, главное, чтобы тачка доползла до другого берега. В общем, ждем релиза и повосхищаемся немножко тому, какие невероятные конструкции будут придумывать игроки. Ну и, естественно, готовимся к валу забавных гифок. Со основными майскими новинками мы разобрались, а теперь по традиции скажу пару слов про различные порты и ремастеры. Поехали! 15 мая на Nintendo Switch и PlayStation 4 выйдет полная версия рогалика Dungeons of the Endless со всеми дополнениями. 19 мая на PC, PS4 и Nintendo Switch выпустят ремастер приключенческого экшена The Wonderful 101 от Platinum Games. Оригинальная игра выходила в 2013 году на Wii U. 22 мая на PS4, Xbox One и в магазине Эпиков появится ремастер Saints Row The Third. В игре не только прокачают графику, но и добавят в нее все-все-все дополнения, а их уже больше 3 десятков. И, наконец, 29 мая на Nintendo Switch выйдут сразу 3 сборника. Это Bioshock The Collection, Borderlands Legendary Collection и XCOM 2 Collection. В первый войдут ремастеры Bioshock и Bioshock 2 плюс Bioshock Infinite. Во второй первая и вторая Borderlands и пресиквел. Ну, а в третий второй XCOM и самостоятельное дополнение War of the Chosen. Спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, какие игры из этого ролика вас больше всего заинтересовали и почему. Мы все комментарии читаем и на многие отвечаем. А может быть, мы что-то важное пропустили, тогда тоже сообщайте. А еще не забывайте подписываться и ставить лайки, если видео понравилось. Это прям сильно помогает продвижению канала. Еще раз спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Пока-пока!